вот, как и обещала, на связи. Ух ты, как с Wi-Fi все присоединяются скоренько. Я думаю, сейчас будет хорошая связь, вот посыпались ваши сообщения. Да. Всем привет! Ой-ой-ой, одни комплименты, боже, как приятно, спасибо, ребят. Даже из Финляндии мне привет передают. Финляндии привет, и Павлодару привет. Ой, ребят, я такая счастлива. Так, пока только приветы идут и комплименты. Мне дико приятно. Даша, Катя, приветы. Парфюм не скажу, я уже отвечала, что это, пожалуй, единственный вопрос, на который никто никогда не услышит ответ. Я не крашусь вообще в повседневной жизни, я только крашусь, если куда-то выхожу, и то подпудрюсь там корректором, недостаточки замажу и отлично. Пудра хорошо маскирует. Я даже не знаю, смотря что маскирует. Я всегда пользуюсь минеральной пудрой маковской. Или не минеральной. Она такая прозрачная. Подстраивается под тон кожи. Кетти, привет. Махачкала меня любит. Мне очень приятно. Нос. Ну, вроде мой не пришили. Ничей чужой. Так, Тиме салам я передаю, да. А? Да, да, да. Так. Привет, Валерия. Что нос? Нос, нос, нос. Как ты синяки под глазами убираешь? Ребят, у меня нет синяков под глазами. У меня единственное бывает только отечность. Под глазами, над глазами. И то после веселого вечера. Про Тимати. Что нужно ответить про Тимати? Вид наращивания ресниц по длине моих ресниц я всегда наращиваю, чтобы это не было супер неестественно, просто так для объема, чтобы их не красить. Пропали пока вопросы, но идут лайки. Как относишься к Насте Решетовой? Хорошо, я к ней отношусь. Надеюсь, я правильно ее фамилию все-таки прочитала. У меня память короткая. И... Так, тональный крем хорошо маскирует мак, но в повседневной жизни, конечно, это адский для кожи. Правильно прочитала, слава богу. С Тимати у меня прекрасные отношения, отличные, просто супер-мега отношения. Все? Сериал вот недавно посмотрела «Влюбленные женщины». Я таких сериалов классных уже лет 100 не смотрела. Вообще я их избегаю, потому что как вот подсядешь, особенно на многосерийные, так и все вечера будут убиты. Нет, ребят, я не пользуюсь подводкой. У меня просто тени. И единственное, я могу подчеркнуть тенями контур глаза. Все. Никакой подводки, никаких... жидких подводок, карандашей я не использую. Ну, либо это профмакияж. Где-то со съемки я могу вот так вот поехать куда-то. Для бровей лучше растушевка или татуаж. Ну, это смотря какой татуаж. Если хороший мастер, да,
то тогда лучше татуаж. А растушевка это что? Вы имеете в виду волосковый татуаж или такой как татуха? Сплошная полоса? По мне так лучше волосковый. Естественнее, красивее. А какие цвета теней как красишь? Брови или глаза? Глаза. Да все в теплых тонах. Не люблю холодные, прям черные смоки, тоже не мое. Все такое в бронз, коричневу, бежевое. Такое все. Натуральное. Естественно, подчеркиваю складку. Вот эти места высветляю, дабы придать глазам. В общем, когда красишь так, таким образом, как у меня сейчас, они раскрываются. Почему я общаюсь не с подругой? Потому что мы ждем ответа из одного караоке-бара. Уже целый час мы наобщались и хотим попеть от души, да, но нам почему-то пока не перезванивают. Да, давай. Да и, ребят, тем более я вам обещала уже выйти с вами на связь, а вы тут гоните на меня. Ребят, на самом деле ничего сложного. Просто берете тени, красите светленьким, по складке темненьким, под бровями светленьким, и все. Я сама особо не умею наносить макияж. Как-то так. Я брала оправу Dolce & Gabbana, ну это очки для зрения. Скулы выделяю такой темной пудрой для афроамериканок, маковской. Ален, ты рада, что именно он отец твоей дочки? Я его очень ценю, как отца моей дочки. Он прекрасный отец, и, конечно же, я его люблю, как отца Алисы. Все в порядке. Так, визажистом. Да, знаете, персональным для себя я бы хотела работать визажистом. Все думаю, кстати, пойти на какие-нибудь курсы, чтобы интересненькое что-нибудь рисовать. Форму носа, да не знаю, смотрю эти картинки по скульптурированию лица, там где типа здесь темным, тут светлым, бывает увлекаюсь и получается кошмар, так мне пишут в комментариях, нос исчез, скулы подкачала. Контурированию. Господи, я называю скульптурированием, потому что я леплю из себя, видать, там что-то, нечто необычное. Арнольду или Арнольду? Карапетяну привет. Передала. С дочкой мы увидимся уже в ближайшие дни, поэтому я такая счастливая, хожу прям. Мое настроение словами не передать. Я думаю, все видно и так по взгляду. Да, мой главный заработок – это модельная на сегодняшний день. Очень неплохой, кстати. Помада. Да, я уже похвасталась ей в группе. Диане привет передаю. Давай, да. Все, ребятки, мне кажется, моя подруга скоро уже начнет обижаться. Да и нам пора. Думаю, что, может быть, еще сегодня мы с вами поболтаем, смотря как вечер пойдет. Ладненько, всем нескучной субботы. Какой марки тени для глаз? Я уже говорила, что это маковские палетки. Их куча.
Я и так уже каждый день выхожу. Надеюсь, не надоело еще. Пока-пока.